Футболисты и болельщики футбольного клуба «Уралец» приберут территории стадиона, на котором команда будет играть в следующем сезоне. Как рассказали нам в пресс-службе «Уральца», с осени, возможно, «Уралец» будет базироваться на стадионе «Высокогорец», где этим летом должны закончить укладку искусственного газона. Сейчас вокруг стадиона образовалась настоящая свалка из строительного и бытового мусора. Своими силами футболисты планируют собрать в мешки и вывести на свалку только бытовой хлам. В этом им помогут преданные болельщики, которые всегда поддерживают команду. Если кто-то из тагильчан решил помочь спортсменам, то футболисты приглашают всех завтра, 4 мая, на спортивный субботник к 18 часам на стадион «Высокогорец». Александр Сальников, Егор Егошин, новости спорта, Тагил ТВ.